Thank you.
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 возможность на машине времени улететь, в общем, в то время, когда композиторы, которых я играл, были современниками вот этого рояля, и действительно это дорогого стоит. Но сейчас мне хочется, может быть, еще немножко поэкспериментировать и уже сделать такую мультивселенную скорее, потому что пойти немножко дальше и попробовать поиграть то, что, скорее всего, на этом рояле звучать, по крайней мере, в концертных залах не могло уж точно, потому что это уже более новая музыка. Так я попробую пойти дальше в творчество Сергея Васильевича Рахманинова, сыграю музыкальный момент его «Ми минор». Рахманинов, прелюдия, соль диез минор, опус 32.